Друзья, всем привет! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Если что, извините, качество звука и видео, это будет на экшн-камеру. Пока на телефон нет возможности. Сменил телефон, а в нем камера не очень хорошая. Вот. Сегодня у нас понедельник. Погода на улице дождливая. Я вот решил показать вам аквариум, состояние его на сегодняшний день после вчерашней подмены воды. Вот. Как вы можете видеть, снова правый угол пустует. Я решил убрать оттуда все растения, потому что ну, реально им там света не хватало. Очень плохо они там чувствовали. Даже те же самые анубисы и... У эпипремнума один лист отпал. В общем, переместил я все вот таким образом вот сюда на островок. Ну вот, посмотрим, как тут будет все приживаться. Вот. Но мне даже так больше нравится. Не знаю, мне нравится, когда есть пространство свободное в аквариуме. Ну, а с другой стороны есть островок. Ну, красиво. Сейчас покажу с этой стороны еще, вот как это выглядит. Вот. Рыбам непривычно, свет включил. У них свет 4 вечера включается. Тут с утра разбудил их. Вот. Что по аквариуму? Параметры еще не мерил. Хотел померить после подмены. Ну, наверное, сегодня вечерком померяю. Пленка бактериальная присутствует. Я думаю, все-таки, да, это 100% наша вода с крана. Потому что, как только я переходил на осмос на старом аквариуме, вот эта вот проблема исчезала. Мутняк исчез. И знаете почему? Вот почему. Вот я покажу. Вот видите? Я поставил обратно фильтр внутренний, который мне мешал и гудел. Но я теперь его просто не на присоске, я его поставил просто на... мочалку. И нормально, вибрации нет, он не гудит. И водичка стала практически кристальной, скажем так. Сомики, конечно, роют, но тем не менее. Вот. По растениям. Они себя чувствуют хорошо. Листья не отпадают, новые корешки анбоцефаландры пускают, новые росточки. Все растет. Вот. Мхи вот тоже поближе сюда к свету перенес. Фисиденс фокс. И вот этот, я не знаю, что это за мох. Это мне с буцефаландра он попался. Вот. Свельвет, по-моему, это. Вот. По сомикам. Значит, смотрите. Мария мне задавала вопрос, как там корики поживают золотистые. Ну вот он один, а вон второй. Мне кажется, и второй вот он не выживет. Они все трое были вот в таком состоянии, у них такие были впавшие животы, потому как, ну реально, там где они жили, их никто не кормил, там вода не подменивалась и так далее. Вот. Я когда кормлю их, все кушают, я вижу, что они тоже кушают, но у моих самов старых всегда животы полные такие круглые, а у этих нет. Видимо, у них, наверное, атрофировалось... пищеварительная система их, ну может они адаптируются, может нет, не знаю. В общем, вот так они выглядят. Значит, что еще я хотел вам рассказать. По песочку. Ну, песочек, да, начал темнеть, стал немножечко коричневым. Это ожидаемо, в принципе. И нормально. Я это ожидал. Мне говорили также надеть губку на внешний фильтр, на забор внешника. Но я сделал по-другому. Я вот сюда, в заборный вот этот вот колпачок, поставил внутрь сетку. Сетка из-под упаковки биокерамики. Она так довольно-таки мелкая, в два раза сложил, и действительно она задерживает крупный всякий мусор. Ну вот, ну и креветок она уже туда не затянет точно. Вот. Подмены воды
Я просто эту сеточку достаю, чищу и все. Проблем никаких нет. Касательно вот одной микроразборы галактика. Ребята, кто из Запорожья, маякните мне, пожалуйста, Вайбер есть в комментариях у меня под видео, или же в аквафоруме. Заберите, пожалуйста, его. Только заблаговременно, чтобы я его смог выловить. Потому что этого товарища очень тяжело словить, очень. Он понимает, как только опускается сычок в воду, все, он сразу тут будет, в камнях, его не достать. Нужно будет обманным путем его вылавливать. Вот. Почему его нужно забрать? Потому что ко мне скоро приедут неокординки Blue Dream. Вот, штучек 10-15, и я их буду запускать в этот аквариум. Но я не хочу, чтобы он их побил всех. А он парень такой, он побьет. Даже никогда не думал, что эта рыба будет вот такая вот. Вот, ну в общем, по этому аквариуму вот общий вид, вот как все выглядит. Цветет, растет, все. Кстати, мох. Мох вот с правой стороны, если смотреть, он таки начал прирастать. Он уже начал прирастать. Я не знаю, получится вам показать. Ну, в общем, он с этой стороны уже видно, вот он пошел приклеиваться к стеклу. Монте-Карло, крупные листья стали, вот. Не отмирает, растет, креветки трудятся, все чистят. Вот. В общем, ребята, вот такое состояние аквариума на данный момент. Свет не добавлял, все по-старому, сделал небольшую перестановку. На этом пока, наверное, остановлюсь. Действительно, пока будет так. Ну, мне так нравится, прикольно. Ну и плюс по свету так подходит, потому что в правом углу реально было темно, и сейчас темно, там растениям не очень. Вот. На этом пока все. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ваши советы. Для меня это важно, и я должен видеть от вас обратный отклик. Вот. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.